Всем привет-привет! Вы на канале Вауроз. Хочу показать последние работы с шрабом. Кустик я делала из кустовой розы. Высотой она где-то, ну, знаете, у меня 1,60 м, она где-то, ну, мне по уровню глаз, то есть 1,56 м, вот, наверное, может быть, около 1,60 м некоторые ветки достигали. Что я могу сказать? Да, у нас асимметричное развитие куста сейчас идет. Его нужно подровнять для того, чтобы в итоге получить шрап, шарик, да, как вот в форме шара он и должен быть. Ну что ж, я удалю ненужную высоту над почкой. Это где-то вот он кусочек. Положу пока сюда. Так. Здесь придется немножко выше убрать, не жалеть, над почкой. Вот над этой почечкой. Вот высота какая получается. Думаю, таким образом оставить можно. В идеале можно оставить, конечно, и вот эту почку тоже убрать. Потому что плети будут высокие, чтобы асимметричность у нас была меньше. Ну-ка, отойдем подальше. Посмотрим. Ну да, так мне нравится больше. Дальнейшее развитие посмотрим. Что хочу еще сказать. Шрап из кустовой розы — это идеально, да, вот идеально. Это хочу показать материнский куст розы шраба, которую я сделала в другом месте. Вот у меня тоже то, что я вот поубирала, был огромный-огромный куст, кустовая роза. Тоже сделала шраб без прививочек. На кустовой розе это делать легко, она позволяет так с собой обращаться. Почечки все проснулись. Пришел еще мой помощник тут. Вот почечки все. Так себя чувствует роза. Вдоль ствола, естественно, все слабенькие почки также удаляем. Вот у нас тут есть слабенькая. Не стоит. Здесь хватит веточек для того, чтобы цвести, цветоносов. А вдоль ствола ничего не оставляю. Молодой стволик. Старше. Вот так выглядят мои шрабы. Немножко издалека. Еще немного молодой шраб. Покажу почечки. Крупные, хорошие, лишние все удалила. Ну что ж, жду цветения. Всем хорошего весеннего настроения. Пока-пока.